Добрый день, уважаемые жители города Ватры. Разрешите вас поприветствовать от имени нашей команды, от имени команды нашей партии, партии Рената Усатова, а также от меня лично, Гринку Феликса, кандидата на пост примара города Ватры. Разрешите также высказать вам свою благодарность за тот теплый прием, который вы оказали на всем протяжении избирательного марафона, за те теплые встречи, которые мы проводили с вами вместе, обсуждая то, как мы будем выходить из того кризиса, который накопился в ежедневной жизни, в социальных проблемах и в прочих аспектах жизни города Ватры. Многие, конечно, не верили в то, что наша молодая команда, которую, вы знаете прекрасно, 28 ноября прошлого года сняли с избирательного марафона самым бессовестным образом. Поэтому многие не верили в то, что мы добьемся каких-либо существенных результатов. Но все действия нашей слаженной команды, правильно разработанный маркетинговый план принесли свои результаты, принесли свои плоды. И благодаря вашей поддержке мы вырвались во второй тур избирательного марафона. К счастью, избирательный марафон сегодня заканчивается. Сегодня последний день, завтра суббота, день тишины, а в воскресенье мы должны все вместе в едином порыве выйти на избирательные участки и проголосовать так, как мы с вами договаривались, душой, сердцем и разумом. Если вы хотите реально перемен в жизни города Ватры, значит, мы голосуем за нашу партию. Мы голосуем за ту команду, которая реально знает, что делать, реально знает, как решить весь тот комплекс накопившихся проблем, который годами не решался. Первый тур для нас прошел, скажем так, относительно спокойно, потому что многие не верили в нашу победу, в нашу возможность выйти на передовые места. Второй тур начался с того, что наши конкуренты распространяли про нас всевозможные слухи. И если вначале на собраниях людей интересовало реально как экономическая программа, реальные действия, которые мы предпримем после прихода к власти, то все остальные последующие встречи людей интересовало, сколько у меня судимостей, кого и за сколько я купил, куплю ли я озеро и что я сделаю после того, как я стану примаром, буду ли я продавать Ватру или действительно я буду работать. Мне, конечно, с одной стороны, очень горько и обидно за наших конкурентов, но мы с честью вышли, и я думаю, что мы достойно решим все то, о чем мы с вами договаривались. Еще раз призываю вас 27 числа ни в коем случае не оставаться дома, а выйти и проголосовать так, как вам подсказывает ваше сердце. Сила в правде, и мы победим. Ваш Гринку Феликс и команда нашей партии Рената Усатова. Спасибо. С нами город будет чище.